А там Криштиану, его встречает Рафалес. Криштиану сам. Значит, ошибся. Четвертый резервный арбитр — это Винсент Хиль. Помогает сегодня Иньяки Пикар. Хамес. Хороший перевод налево. Там Криштиану. Его встречает Рафалес. Криштиану сам пойдет в штрафную. Под левую. Прострел. Бензема. 1-0. Все. Гениально. Просто. Расчертили, нарисовали эту атаку у мадридцы. Восхитительно. Шикарный пас. Ну, вроде бы ничего шикарного, но точный в ногу Криштиану от Хамеса Родригеса. И Криштиану, как Рафалеса, венесуэльского защитника, раскачал. Ну и будем считать, вернул должок за Лигу Чемпионов Криштиану французу Карима Бензема. Здесь офсайда не было. Как, смотрите, красиво убрал с пути, да, Бензема Великтона. Качественно раскрутил его, взял за руку, как будто вот